Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – ложный круп у детей. Истинным крупом называют воспаление гортани при таком грозном заболевании, как дифтерия. Просвет гортани закрывают плотные фиброзные пленки, и человеку становится трудно дышать, он не может даже вздохнуть. Благодаря массовой вакцинации это смертельно опасное заболевание сегодня встречается крайне редко. Все остальные случаи крупа называют ложными. Чаще всего ложным крупом страдают дети младше 6 лет. Мальчики болеют в полтора раза чаще девочек. Первые симптомы – это лающий кашель, охриплость, затрудненное шумное свистящее дыхание, отдышка. Это заболевание может сильно напугать родителей, если они видят болезнь впервые. Какие же причины вызывают это состояние? Как проходит диагностика и лечение? В чем заключается профилактика? Обо всем этом буквально через минуту расскажет врач-специалист. Ложный круп – это одно из проявлений острых респираторных вирусных инфекций. В гортани образуется отек, из-за которого процесс дыхания нарушается. Как правило, ложный круп случается ближе к ночи, но за несколько часов до этого у ребенка уже начинают возникать предвестники. Из-за сужения просвета дыхательных путей голос малыша становится сиплым, появляется свистящий звук при дыхании. По мере сужения просвета дыхательных путей симптомы могут нарастать, поэтому потребуется неотложная медицинская помощь. Итак, тема нашей сегодняшней программы – ложный круп у детей. Я напоминаю, что наш телефон, его номер 67-97-67, всегда к вашим услугам. Именно вот в этот выход, прямой выход в эфир в 12:40. Напоминаю, что все остальные выходы нашей программы в эфир идут в записи, поэтому там уже такой возможности не будет. Поэтому вот надо использовать момент именно сейчас. Можно задать вопрос нашему врачу. Сегодня у нас в качестве эксперта врач-оториноларинголог поликлиники номер 2 Центральной городской клинической больницы Ольга Григорьевна Лысенко. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Вы всегда даете очень ценную, полезную информацию, особенно для тех родителей, которые вот только-только стали родителями, у них нет опыта, и они иногда пугаются, в том числе вот и ложного крупа. Вот в вашей практике действительно такие факты есть? Есть, да. Ну, вообще ложного крупа пугаются, мне кажется, все. Это действительно, даже опытные родители. Даже опытные родители, даже когда родители являются врачами, вот по своему опыту скажу, что действительно, ну, невозможно испугаться, когда твой ребенок начинает задыхаться, даже если ты все знаешь, как тебе кажется, про ложный круп. Ты все равно пугаешься. Ну, дифтерию, считается, мы победили, да, но нет-нет, вот проскакивает. Вот было несколько лет тому назад, мне рассказывал главный врач инфекционной больницы, когда была пропущена ревакцинация. И вот тогда привезли дифтерию из Средней Азии, и была небольшая вспышка, но это было больше 10 лет назад. Так что сейчас у нас таких случаев, я надеюсь, нет. Ревакцинация налажена, так что дифтерии, наверное, бояться не стоит. Ну, в общем-то, да, победили эту болезнь вакциной. Да, а вот ложный круп, он ложный очень круп, похож. Да. Ну, конечно, это не то, да. Немножко не такой, как при дифтерии. Там есть принципиальные отличия, но внешне вот эти проявления первые похожи. Вообще, что такое круп? Вот такое странное название «круп». Круп вообще, это слово произошло от шотландского слова «кроуп», которое переводится «каркать». Вот. И круп – это обозначает просто воспалительный процесс гортани, который приводит к нарушению дыхания за счет сужения гортани или стенозу, по медицинским терминам, стеноз гортани, сужение гортани. Вот. Для крупа характерно три признака, которые вот ложный круп, это хриплый голос, лающий кашель и стридор. Стридор – это громкий вдох, то есть с громким, грубым таким звуком. Это обусловлено каким-то препятствием прохождения воздуха, которое может быть либо в ротоглотке, либо в гортани, либо в трахее. Ну, в данном случае мы про гортань говорим, да, ложный круп вот в гортани. Исторически, да, вот действительно так сложилось, что выделяют истинный круп, это дифтерийный круп, который вызывается коринобактерией дифтерии. Ну, слава богу, в наши дни это встречается крайне редко, там какие-то казуистические случаи, можно сказать. И ложный круп.
Чаще всего он имеет вирусную природу. И вот синонимом может быть острый обструктивный ларингит, острый стенозирующий ларингит или стеноз гортани, ларингит со стенозом гортани. Это вот и есть ложный круп. При таких словах даже кашель появляется. Хотя вроде бы никаких заболеваний нет, простите. Ну, действительно, да, впечатляет, когда действительно люди очень боятся вот этого ощущения удушья. И со стороны наблюдать, и когда человек, с человеком, с ребенком это происходит, то, конечно, это, ну, первая реакция – это страх, вызывает очень паническое такое состояние. Нехватка воздуха. Дорогие телезрители, я напомню, наш телефон к вашим услугам. Звоните, наш телефон 67-97-67. Ну, а если позволите, я уже перейду к вопросам, которые пришли накануне. В частности, Аглая пишет, что сыну 4 года, 3-4 раза в год бывает ложный круп. Первый раз был в 2,5 года, лежали в больнице. Снимают приступ с помощью небулайзера с лекарством. В сентябре хотят поехать к морю, с собой в поездку хотят взять небулайзер на всякий случай. Вопрос, скажите, пожалуйста, будет ли южный климат полезен или наоборот может спровоцировать ложный круп? Так, ну, вопрос, да, и, конечно, вот этот увлажненный воздух, насыщенный солями, с одной стороны, способствует благоприятно, снимает отек с верхних дыхательных путей, уменьшает аденоиды, но, с другой стороны, может быть какой-то период акклиматизации, который, или какая-то вирусная новая инфекция, которая может привести именно к отеку носоглотки и вызвать в дальнейшем, вот именно этот отек может спуститься в гортань, то есть может и спровоцировать. Тут как повезет, как говорится. Но небулайзер с собой брать небулайзер нужно. Лучше взять, да, потому что именно вот этот возраст, ложный круп, вирусный круп, да, он чаще всего страдают дети от 3 месяцев до 3 лет. И пик приходится именно на 2 года, то есть именно в возрасте 2 лет чаще всего встречается это заболевание. Хотя оно может быть даже и до 6 лет у некоторых детей. Обусловлено это анатомическими особенностями вот, детской гортани, потому что она более мягкая, более малых размеров, податливая. Мышцы гортани более возбудимы. Потому что в основе вот, стеноза гортани, вот этого вирусного, лежит такой механизм. Это отек спускается в подскладочный отдел гортани, то есть вот отдел... Складочки голосовые, подскладочный отдел гортани у детей очень насыщен такой тканью, которая быстро отекает. И вот если насморк у ребенка, в носоглотке через аденоиды отекают сначала, потом этот отек спускается вниз и очень быстро проникает в подскладочный отдел, и слизистая ткань там быстро отекает. Второй механизм – это возбудимость мышц. То есть мышцы гортани приходят в тонус. И сужается просвет за счет этого. И третий уже, ну это он не сразу, этот механизм не сразу развивается, а в процессе заболевания, то есть выделяется вязкая слизь, то есть обструкция дыхательных путей вязкой слизью или корками, если это бактериальная инфекция. Корки могут образовываться. Вот эти вот три этапа происходят в развитии ложного крупа. То есть, насколько я поняла, профилактика – это профилактика ОРВИ. ОРВИ, то есть любой отек носу у ребенка может, в принципе, спровоцировать отек гортани, потому что из-за особенностей именно строения гортани у ребенка. Следующий вопрос от Надежды. Она пишет, что внучке 3 года, бабушка волнуется, недавно был ложный круп, пропили курс антибиотиков. Симптомы прошли, врач хрипов не находит, горло в норме. Пишет Надежда, что болеют чуть больше недели. Вчера утром опять поднялась температура до 37,2. Капают в нос противовирусные. Скажите, доктор, почему температура прыгает? Нормально ли это? Ну, скорее всего, может быть, вторая волна вирусной какой-то инфекции. Они пропили антибиотики. Антибиотики, они на вирусы не действуют. То есть антибиотиками лечили какие-то осложнения, наверное, вирусной инфекции. Если поднялась температура, это может быть ну, новый случай какого-то вирусного заболевания, скорее всего. Поэтому да, в нос капают противовирусные. В принципе, все правильно делают. А бактериальная инфекция может вызвать ложный круп? Можно, но это реже. Все-таки это чаще вирусный круп. Его так и называют еще вирусный круп. Чаще всего вирус парагриппа вызывает ложный круп. Ну, может и грипп, могут и аденовирусы вызывать, и герпес-вирусы вызывать, и риновирусы, и коронавирусы. Все они могут вызывать.
Следующий вопрос задает Лариса. Ей 38 лет, она пишет, что ребенку 5. Вопрос, скажите, пожалуйста, какие анализы нужно сдать, чтобы понять, как поднять иммунитет ребенку? С 2 лет мучает ложный круп. Как можно избежать приступов? Цепляются все болезни. Вторую неделю уже лечимся. Сначала просто температура, потом начался конъюнктивит, дальше ангина. И позавчера ночью был приступ ложного крупа. В аптеку уже как за хлебом. Вот такой вопрос профилактики. Да? Вот вопрос профилактики. Ну вот как вмешиваться в иммунную систему ребенка нужно крайне редко, когда к этому действительно есть какие-то такие веские причины, какие-то заболевания. Вот так как-то поднять иммунитет, вот такие вопросы, это ну, очень сложные вопросы, надо это рассматривать, зная ребенка, зная его историю, его анамнез. Здесь я не могу сказать, я не думаю, что этот случай вот нужно конкретно там узнавать что-то по иммунитету. Видите, ангина, частые насморки, скорее всего, у ребенка может быть аденоидит. То есть здесь нужно заняться профилактикой именно заболеваний верхних дыхательных путей. Посмотреть, нет ли там в 5 лет уже можно выставлять диагноз хронический тонзиллит, нет ли там хронического тонзиллита. Может быть, вот именно в связи с хроническим тонзиллитом сдать какие-то анализы, на мазок из зева, может быть, взять, да, там на какую-то флору. Как-то в периоды, когда ребенок не болеет, есть специальные ну, методики, препараты, такие вот как бактериофаги, например, различные, повысить сопротивляемость слизистых оболочек именно ребенка, чтобы вот это инфицирование вирусами было как можно реже. Вот. То есть повысить местный иммунитет? Местный иммунитет, да, слизистых оболочек. Как это можно сделать? Можете посоветовать? В каждом случае это индивидуально надо смотреть, да, что вот у них, может, вот ангиной заболели, может, они часто ангинами болеют. Надо посмотреть, в каком состоянии миндалины, сдать анализы. То есть там, возможно, вообще медикаментозное лечение какое-то нужно для профилактики назначить. Может быть, просто позакаливать как-то слизистую оболочку, то есть полоскать ее там отваром ромашки или соленой водой можно. Ну, посмотрите, что я так не могу, вот такие общие рекомендации даю, поэтому. Есть группа бактериофагов, которые не являются лекарственным средством, они очень хорошо тоже могут помочь в этом плане повысить сопротивляемость, снизить концентрацию микробов, которые, например, уже есть на слизистой оболочке, на миндалинах. Вот. Но и сдать анализы и понять. Анализы, да, понять еще, что вот в 5 лет можно, в принципе, понять, нет ли предрасположенности к аллергии. Потому что если ребенок часто болеет вирусной инфекцией, она провоцирует отек, а если ребенок еще и предрасположен, имеет какой-то аллергический статус, то есть он вообще предрасположен к этим отекам, да, и еще накладывается часто вирусная инфекция, то это, конечно, сразу может вызывать отек в гортани, ложный круп. То есть посмотреть на предмет, нет ли в анамнез пособирать в семье, нет ли там аллергиков, бронхиальной астмы там в роду. То есть, может быть, какие-то препараты назначить противоаллергические на какой-то период. Вот. Следующий вопрос от Ксении. Ей 54 года. И она пишет, что ее сыну 6 лет. Ну, может быть, это бабушка, будем надеяться. А может быть, и мама. Ну, да. Примерно с 3 лет периодически происходит ложный круп. Сразу делают ингаляцию небулайзером с бирдуалом. Летом ребенок был у бабушки и заболело горло. Ночью неожиданно произошел круп. Скорая приехала, сделали ингаляцию с пульмикортом. Сказали, бирдуалом нельзя. Вопрос. Знаю, что есть карманные ингаляторы с бирдуалом и пульмикортом. Хочу приобрести, чтобы в экстренных случаях не тратить время на небулайзер. Можно ли его использовать при ложном крупе или он только для астматиков? Нет, лучше все-таки через небулайзер. И приступ крупа, конечно, снимается ингаляционными глюкокортикоидами, глюкокортикостероидами. Это как раз вот пульмикорт, да, пульмикортом. Если приступ, то снимается он пульмикортом. Вот. Не знаю, карманы нет смысла, я не вижу в этом. Вот. И одно дело, что если там в носу есть аденоидная ткань и признаки какие-то аллергического отека, может быть, в нос вот, глюкокортикостероиды применить курсом. Это, ну, в литературе есть данные, вообще как бы на практике доказано, что лечение вот такого свойства, да, назальные глюкокортикостероиды, они снижают, в принципе, риск появления ложного крупа у ребенка. И даже в период ложного крупа, то есть когда начинается, вот он, можно в нос брызнуть.
Вы знаете, вот меня немножко насторожил тот факт, что они все время делали ингаляцию с одним средством. Бередуал. Да? А потом приехали и сказали, нет, вот это не надо, вот это лучше. И ну, такая некоторая чехарда в голове появляется. Так, может быть, мы вот раньше делали неправильно? Сам приступ ложного крупа снимается именно пульмикортом. Угу. А бередуалом, ну, в принципе, можно пользоваться, например, когда уже сняли сам приступ, угу, можно им пользоваться, он более слабое действие оказывает. Но когда уже начался вот этот стеноз, да, угу, отек гортани, то применяют пульмикорт. Угу. То есть, в принципе, и то, и другое средство хороши, только вот, так сказать, зависит от ситуации. От ситуации, да, острая она или просто в качестве лечения такого, да, поддерживающего, да, применяется. Ничего страшного в пульмикорте не было, да? Абсолютно, нет, угу, это очень хороший препарат. Следующий вопрос от Марины. Она пишет, что дочке год и 10 месяцев, второй приступ ложного крупа за полгода. Последний был 21 день назад, до сих пор хрипы, по ночам предвестники приступа. Приступы почти всегда без температуры и других симптомов ОРЗ. Сдали анализы на аллергены, ничего не показали эти анализы. Куда следует обратиться еще, какие анализы сдать? Ребенку год. Год и 10 месяцев. Год и 10 месяцев. Но аллергены в таком возрасте рано вообще сдавать, там не, угу, не особо ничего не покажет. Так, еще раз. Год 10 месяцев, второй приступ за полгода. Угу. Вот последний был 21 день назад. И хрипы по ночам. Вот вообще хрипы всегда по ночам? Да, вообще ложный круп, он, как правило, в ночное время или в предутренние часы. То есть ребенок спит, может быть, это связано еще и тем, что в положении лежа отек лучше спускается вниз. Угу. И заложен, обычно это из носа отек, из носоглотки проходит вниз. Угу. Вот, поэтому то, что они по ночам проходят, это, ну, нормально, это для ложного крупа так и характерно. Но не было признаков ОРВИ. У кого-то, у некоторых детей это может быть на фоне каких-то признаков ОРВИ, у кого-то может и не быть признаков, не быть температуры, просто вот такое резкое внезапное начало. Вот, у маленьких детей, ну вот годик там до двух лет, любые, в общем-то, любой ОРВИ, который был задействован на дыхательном пути, нос, там, например, отек, очень долго уходит этот отек, и какое-то такое похрюкивание, вот родители часто жалуются, подсапывание сохраняется примерно 2 недели после выздоровления. Поэтому вот что вот тут хрипы по ночам, предвестники приступа, какого плана хрипы, вот хочется спросить. Угу. Вот. И, ну, тоже вот надо посмотреть, ребенок привит ли он правильно по календарю, то есть были ли все прививки сделаны у него. То угу. есть более как-то подробно узнать хотелось бы о ребенке. Вы знаете, вот в связи с тем, что все-таки провоцируют чаще всего инфекционные заболевания, угу, вирусные, вы сказали, да, да, бывают бывает бактериальная, да, бактериальная инфекция, но чаще всего вирусная. Да. Вот прививки, в частности, детям, они предотвращают появление предотвращают, ложного крупа? Да, предотвращают прививки. То есть не надо пропускать этот, да, календарь, да, если нет медоотвода, нужно четко делать по календарю прививочки, да. Тогда ребенок будет более защищен. Да, ну и вот, может быть, все-таки этому ребенку следует сдать мазок из зева и носа на флорочувствительность. Угу. Вот я бы посоветовала, что сделать, угу, в этой ситуации. Следующий вопрос от Дарьи. Она пишет, что сыну 2 года 10 месяцев. Полгода назад ночью начался кашель, голос осип. Вызвали скорую, поставили круп, пролечились в больнице. Теперь периодически по ночам, примерно раз в месяц, начинается подкашливание. Затем в течение часа сильный кашель и голос садится. Делают ингаляцию небулайзером с бередуалом. На утро все хорошо, никаких симптомов ночи. Что это может быть? Может быть, зря мы делаем ингаляцию, пишет Дарья, и кашель происходит от чего-то другого. Ребенок аллергик. Курица, рыба, яйца, сахар. Эти продукты не дают. Ну, скорее всего, да, какой-то аллергический фон. Здесь, наверное, нужно посмотреть нос и, может быть, назначить курс именно назальных глюкокортикостероидов в нос, чтобы вот эти приступы прекратились. Может быть, какой-то назальный затек происходит из аденоидов. Посмотреть. Вот бередуал вот в этом случае, mm-hmm, да, вот он снимает. То есть там нет самого такого приступа стеноза, mm-hmm, ложного крупа. Посмотреть нос, скорее всего, здесь аллергический компонент какой-то присутствует, и назначить какую-то терапию именно для носа, для, может, там есть аллергические проявления,
снять их. Сколько ребенку лет? 2 года 10 месяцев. 2 года, вот как раз возраст уже позволяет назначить специальные капли в нос в виде спрея, который может снимать их. И через какой-то период, может быть, это прекратится. Я прекрасно понимаю опасения родителей, да, как, когда такое происходит. Ну а вдруг? Вдруг вернулась дифтерия, да? Ну вот страхи... Это очень страшно. В нашу человеческую. Это страшные, конечно, мысли, поэтому ну, наверняка родители в панике. Вот что вы посоветуете в этой ситуации делать, раз это происходит ночью? Ну, вообще, ребенка успокоить, взять на руки, потому что ребенок очень сильно возбуждается, ему еще тяжелее дышать. Открыть хотя бы на время, если это холодное время года, открыть окно, чтобы был доступ свежего воздуха. В какое-то такое положение взять ребенка или посадить, чтобы ему было легче дышать. Увлажнять воздух какими-то средствами. Сделать ингаляцию через небулазер хотя бы просто физраствором, если есть небулазер дома. Ну, конечно, надо вызвать скорую. Немедленно. Да, немедленно. Угу. Вот. И чтобы уже медицинские работники оценили, какую, потому что существует несколько стадий стеноза гортани. То есть, ну, первые две стадии они могут и легко, в принципе, и дома можно снять. Угу. А третья, четвертая, четвертая это вообще уже, можно сказать, асфиксия, это снимается только в стационаре. Может быть, ребенку требуется госпитализация. И действительно ли это ложный круп? Потому что есть еще и другие заболевания, которые тоже могут сопровождаться, например, эпиглотит, нарушением дыхания. Тут нужно срочно, быстро очень действовать и ребенка госпитализировать в этой ситуации. Допустим, скорая приехала, приступ сняли. На следующий день нужно идти к врачу? Да. Обязательно. Нужно это дело лечить? Обязательно. Или это само проходит? Ну, вообще, легкий ложный круп, он проходит там сутки-двое суток, в принципе, все проходит. Но лечение все равно назначается. То есть ребенку делаются ингаляции в течение еще нескольких дней, наблюдается ребенок, обязательно наблюдается врачом. Вот. А бывают и более тяжелые ситуации, когда недели и больше с ним. Не может ли ложный круп быть предвестником бронхиальной астмы? Частые ложные крупы в анамнезе, да, наводят на мысль, что у ребенка может быть какой-то аллергический статус. То есть у него могут быть обструктивные бронхиты. То есть впоследствии мы можем как бы опасаться, что это может быть предвестником бронхиальной астмы. Потому что у детей с аллергическим фоном больше шансов этот ложный круп, чтобы развился ложный круп, этот отек такой сильный в гортани. Кстати, еще один вопрос, он прилетел уже, к сожалению, поздно, я не успела его распечатать, но он касался соляных пещер. Вопрос был относительно эффективности соляных пещер при частых таких состояниях, при частом ложном крупе. Это как профилактика, не как лечение, а как профилактика, естественно. Да? Мне вообще очень нравятся солевые пещеры, я вообще рекомендую детям солевые пещеры, эффект действительно хороший от них. И аденоиды становятся меньше, и нос меньше отек. Особенно в такой период, не в период обострения вирусных инфекций, например, летом, когда они походят, прямо на глазах видно очень хороший эффект. Но сейчас еще лето, наверное, чаще всего ложный круп осенью начинает встречаться, и весной, зимой и весной. Когда ходят эти вирусные инфекции. Да. Поэтому то, что мы сегодня об этом поговорили, будем считать, что это такая азбука для родителей, что родитель должен знать, что такое есть, и не пугаться, действовать грамотно, вызывать скорую помощь, потом идти к врачу, получать весь алгоритм действий и знать, что сделать при приступе. Ну и начинает, наверное, закаливать ребенка для профилактики простудных заболеваний, инфекционных в том числе. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня и все это рассказали. Мы сейчас подведем небольшой итог сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам в понедельник. Чаще всего ложный круп возникает у детей в 2-3 года, может повторяться еще в течение нескольких лет, а потом проходит. Если ложный круп возник у ребенка впервые, родителям лучше вызвать скорую. Врачи дадут четкую инструкцию, что делать при повторении ситуации. Но неопытным родителям лучше прибегнуть к помощи врача-специалиста. Ведь спутать ложный круп можно с отеком квинки, возникающим при аллергии или попадании в горло инородного предмета.
Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор, обезболивание в онкологии». К нам в студию придет врач-онколог Павел Алексеевич Павлов. Задавайте вопросы заранее, готовьте вопросы для прямого эфира. На сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы.